Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Ромулос и миссия «Проклятые доспехи». Пока лишенные души искали священную землю эльфов, один из мертвецов с помощью чар волшебного доспеха вышел из повиновения Мортис. Костяной доспех нужно было каждый день поить кровью. За это он давал своему владельцу, мятежному костяному лорду, огромную силу и вечную жизнь. Во времена первых больших войн один некромант сотворил этот доспех, который затем потерялся при взятии твердыни Стурмера Громобоя. Сила доспеха столь велика, что он обрел собственную волю. Во времена первых больших войн один некромант сотворил этот доспех, который затем потерял при взятии. Зачем-то это все повторяется. Разрушьте башню костяного лорда. Так, ну что ж, последуем совету, данному нам в начале миссии. Точнее, это не совет, это приказ взятия твердыни костяного лорда. Так, подготовимся к этому моменту. Так, в какую сторону пойдем? Так, лучники бьют нашего паралитика. Лучники здесь тоже убивают. Ну, в общем-то, одна дорога, пока только наука. У нас маг силен, если никто не промахивается, то он 100% уничтожает. Да, уничтожает нашего первого врага. К западу раскинулось большое море. Мало кто отважится плавать там. Многих незадачливых мореплавателей сожрали тамошние морские ведьмы. Вот такие вот сказки. Стиль Моби Дика. Так, ну опять же. Типичная боксерская тактика. Часть шоу. Запугать противника перед битвой. Или во всяком случае это продемонстрировать. Тритон некий. Стойте, у меня послание от нашей королевы. Чего надо, рыба? В общем, не важно. Наша королева желает с вами встретиться. Сюда. Надеюсь, вы откажетесь от встречи с ней. Я презираю ваше племя. Нас даже племем нельзя назвать. Мы сообщество. Неважно, кто погиб, все станут под знамен одной королевы. Так, проходим мимо. На следующий ход, я надеюсь, мы сможем себе позволить купить столбоносца. Так, ну что ж, дальше и дальше. Я сожгу их души. Хорош наш герой, конечно, в бою. Так, ну что ж, кто-то должен застолбить нашу территорию новую. Так, ну, в помощники обязательно кого-то возьмем. Даже если будет мелкая битва, скажем, с вором. Надо будет, дабы кто-то нас защищал. Так, братцы, хорошо. Берег. Жалки, вы вторглись на мои земли. Скоро мы встретимся, тогда я вас уничтожу. Да с удовольствием. Встретимся. Так, ну что ж, вот оно, наше первое месторождение. Конечно, много чего построить, но сперва, наверное, все-таки золотницу захватим. Что?
Человек-ящер, человек-ящер. Ну, давайте один ход подождем. Со следующего атаковать будем вот тех вот людей. Моя последняя любовь! Где ты? Да, увидев человека-ящера, чуть не сказал человек-блогер. Так, есть у нас тут небольшой прогресс. Теперь мы позволим себе купить еще и здания дополнительные. Что нужно? Поехали. Я сожгу их души. Так, надеюсь, я сумею без потерь победить. Это было бы очень важно для меня. Ужасно. Ну что ж, есть маленькая победа. Есть шанс скопить силы перед следующей битвой. Давайте подлечим хотя бы кого-то из наших бойцов. Противник. Что мы еще не всех построили. Давайте построим вот это вот здание. Что нужно? Наверное, оденем морские сапоги. Не зря же я их принес из прошлой миссии. Маленький апгрейд есть. Может быть, даже золото добавят нам. Главное, чтобы золото у нас было в достатке в начале игры, а все остальное мы сами там будем. Возмездие грядет. Я сожгу их души. Ну что ж, практически мы завершили развитие воинов первого уровня. Одной единицы опыта, к несчастью, не хватило. Но опять же, нет непоправимых вещей, обязательно захватим все, чего нам не хватает. Главное сперва раскачать нашего воина главного и всю его армию.
Так, есть у нас такой шанс. Я сожгу их души. Ну все, есть апгрейд нашим зонам. Каменный великан. Набрали сюрпризов. Что нужно? Так, даже не знаю, по силам ли нам с такими противниками тягаться сейчас. Но мы попробуем. Так, раскачаем, наверное, вот эту вот эволюционную ветку. Также надо будет построить вспомогательного героя. Отлично, гномы сразу же решили устроить нам сюрприз. Я скажу вам так, сюрприз удался. Я сожгу их души. Двух противников как и не бывало, и мы защитили эти месторождения от захвата в ближайшее время. Так, захватываем источник маны, и еще два источника тоже захватим. Так, что мы можем построить? Давайте, наверное, вот здесь эволюционную ветку храм построим. Ну что ж, земли свои мы будем отчаянно защищать. Я думаю, стоит захватить здесь замок в качестве опоры, но это будет несколько позже. Сперва мы должны раскачать нашего героя. Хотя бы до уровня воинов 3, 4, 5, а то еще выше какого-то уровня. Молодец, но ничего не успевает поделать. Мы действуем на опережение. Я сожгу их души. Так,
Я ожидал противника какую-то сильную армию увидеть, а противник как ребенок пока что. Выглядит перед нашим войском. Что легко мы успеваем завоевывать его силы. Так, давайте построим какого-нибудь вспомогательного персонажа. Следующего хода выпустим его. Будет защищать наши месторождения, а также города наши от воров. Так, так, так. Ну вот и появился первый кандидат на защиту. Вас ждет погибель за неразумные попытки помешать мне. Я раздавлю вас и займу место вашей богини. Ничто не остановит Мортис. Она снова одержит победу. Тебя создали, чтобы служить ей. Мы заставим тебя покориться. Мне не терпится сразиться с вашим жалким воинством. Мои силы готовы идти в бой. Уничтожить. Так, ну пусть он готовится идти в бой. Я не против, в принципе. Даже очень за. Видимо, придется защищать территорию от противников. Нет! Ну что ж, как видите, как бы противник ни старался, мы позахватывали большинство шахт, прилегающих к нашей территории. Главное, что у нас будет стабильная теперь прибыль, как только наш герой раскачается. Вспомогательный герой тоже добудет хотя бы второй уровень. Нам нужно будет для вспомогательного героя захватить, наверное, ближайший замок и защищать от всевозможных посягательств противников. Эти земли. Повелитель. Кот. Да, к сожалению, у нас сейчас украдут источник ресурса. Ну, ладно, братцы, идите сюда. Повелитель. Стоит раскачивать нашего слабого героя. Ага. Вот оно как даже. Есть 550 золотых. Давайте посмотрим, что дальше можно получить. Что нужно? Я сожгу их души. Ешкин кот. Ахима.
Замечательно, без потерь прошли мы эту битву. Так, ну а теперь требуется время на восстановление всех наших сил. Пока что не знаю, по силам ли нам захватить этот город, наверное, еще нет. Ну, всех, кто будет рядом, обязательно сможем захватить. Отлично. Что ж, противник решил нас задарить подарками. И еще немножко опыта добавится в нашу копилочку. Кого убить? Они будут наказаны. Так, ну все, теперь противнику не убежать. Будем всех потихоньку вытеснять отсюда. Ё-моё. Так, ну что ж, повезло хотя бы. Противник побежден. Даже с промахами ему не вытянуть. Ну что, может быть, следующий уровень нам сейчас светит. О, да, разбежались и получили сразу же следующий уровень. Так, ну может быть маг у нас в ближайшем времени и дойдет до следующего уровня, но остальные бойцы пока что будут отдыхать. Что уж нужно? Уничтожить. Да, как-то мы так браво в начале игры смогли раздать всем противникам их заслуженного. Уничтожить. Ладно, пойдемте. Учить напасть на них самым недобрым образом. Эхима.
все ресурсы в этой фракции. Повелитель. Так, ну раскрыли немножко мы. Дислокацию близлежащих территорий противников. Сейчас мы захватим нашу родную ману, вот эту вот черную. Замечательно. Еще маленькая победа в нашу копилочку обязательно укрепит наши позиции. Что нужно? В любом случае нам придется воевать со всеми противниками. Почему бы сразу не зачистить все эти территории? Допустим, не начав с горных кланов, забрать у них все источники месторождения, поставить слабенького героя 2-3 уровня и благополучно воевать. Так, ну, не знаю, победим мы или нет, давайте на автобитве. Победили. Молодцы. Вот иногда случайно происходят хорошие вещи. Так, ну что ж, наверное, расправимся с героями противника. Потом уже примемся за всех остальных. Что нужно? Так, пойдемте. Ка. Уничтожить. Что ж, есть захват близлежащих территорий. Так, мана-рун у нас даже будет. Так, ну давайте 2 маны следуем. За 400 маны смерти мы сумеем наносить 60 урона нашим противникам. Это уже хорошо, это очень хорошо. Так, ну не отпустим мы, наверное, этого существа отсюда. Вы посмотрите, какой красавец некромант. Интеллигент, чем-то смахивающий на Пушкина отдаленно своей прической. Ну ладно, Пушкин Пушкиным, а нам нужно победить. Так, еще какие-то нам целебные мази подарили. Повелитель. Они почувствуют мою силу. По-видимому, мы заняли этот центральный остров, которым нам все-таки следует овладеть. Не знаю, сколько у противника там еще героев будет, но мы всех одолеем обязательно. Так, пошли. Я сожгу их души. Вы сполна почувствуете на себе гнев горцев, никчемный сброд. Яд Тахали очистит нашу землю от вашего поганого рода. Мы отомстим за погибшую гору. Да, печально, конечно, слышать от нашего противника такие вот жалобы. Ну вот достойно воспринимали, а он вот так вот, понимаете,
упал низко. Так, ну ладно. Нам главное сейчас раскачать эволюционные ветки. Уж после можно заниматься другими играми. Так, позахватываем обязательно все вокруг. Повелитель. Территории противника. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это вот нехорошо. Кто-то посмел прийти на нашу территорию. Но пока что мы заняты борьбой с горными кланами. Нам, конечно, не до противостояния с противником. Ну ладно, давайте грохнем этого чучела. Я прокачивал магию нашей фракции. Так, у нас артефактов нет, но фикс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзья, я, наверное, загружу запись, потому что это бесполезное видео. Так, мы могли только что легко, наверное, справиться с противником, а вот маленькая стратегическая ошибка, как видите, стоила нам дорого. Теперь я надеюсь, что у нас будет шанс на победу. Нет. Я ошибся. Походу, шанса нет. На победу, ну давайте померяемся силами. Отлично. Ну все, поскольку мы победили врага, нам нужно, наверное, сбегать домой, вылечиться и дальше возвращаться на поле битвы. Так, наверное, ближайший замок этот будет. Три хода и три хода. Хотя нет, одинаково. Они почувствуют мою силу. Что уж нужно? Опять же, главное сейчас горных кланов защемить, остальное мы как-то сможем доделать. В этом даже не сомневаюсь. Что нужно? Я сожгу их души. Так, браво, ребята. Раскачали мы наших ближайших персонажей. Построим себе героя обязательно. Снарядим его всем необходимым. Так, и будем готовы, наверное, к нападению противника. Возмездие придет. У нас 33% общих земель уже.
под контролем. Но опять же, одна из фракций, конечно, будет пока бесчинствовать, набирать силу, спокойно захватывать свободные ресурсы до тех пор, пока мы не решимся захватить все вокруг. Ай-яй-яй-яй, убили у нас кого-то. Природное исцеление. Герой восстанавливает 15% точность, остановление труп, выносливость, знание дорог, магия талисманов, сила. Давайте что ли, наверное, возьмем инструктор. Полезный навык для нас. Так, воскресить мы можем кого-то? Можем. Ну, это славно. Дерзкий противник. Так, ну что ж, по-видимому, не зря к центральным нашим землям пошел. У нас там будет чем заняться в ближайшее время. Уничтожит моего героя, негодяи. А я в отместку, наверное, уничтожу противника. По золоту 600 золотых. Ну, братцы, извиняйте, но я, наверное, не сдержу такой битвы. Они будут наказаны. Что ж, настоящей наглостью будет выглядеть наше нападение на эту фракцию. Так, что по золоту? По золоту. Ну ладно, давайте потратим. Скоро нам предстоит воскрешение солдат. Займемся этим вопросом. Ага, нет у нас здания необходимого. Ну что ж, теперь оно появится. Они почувствуют свои души. Может быть, пришла пора захватить вот эту вот твердыню.
15% повреждений, минус 50 очков здоровья. Хорошее заклинание. Но пока нам не по карману. Можно браться, давайте попробуем. Попытка не пытка. Интересно, возьмем ли мы эту крепость? Взяли, отлично. Так, ну что ж, теперь надо выздороветь. Там уже займемся дальнейшими захватами. Уже несостоятельный. Здесь один сильный отряд должен вроде как быть. Так, так, так. Да. Ну, в любом случае, я здесь построю сильный отряд для противостояния горным кланам. Пути долечимся. Уничтожить. Они почувствуют мою сожгой души. Слушай, повелитель. Да уж, противники как-то уж слишком предсказуемы. Не знаю, что там будет с этим костяным лордом в конце. Ой, какой грозный противник. Прямо атаковал нас. Так, ну, не будем пока в логово. Хотя, ну, давайте ради интереса на разведку сходим. Дерзкое трепе, вам со мной не собладать, ибо смерть надо мной не властна. Приготовьтесь испытать на себе мой гнев. Эрох, убей их! Как прикажете. Хо-хо-хо. Да, нас хорошо потрепали в первой же битве. Повелитель. Противники, конечно, молодцы, создали хорошее шоу, напугали вроде как нас, но недолго этот эспук будет длиться. У горных клана, во-первых, нет вообще ничего, с чем бы можно было нас атаковать. Они будут наказаны. Так, а ресурсы тем временем нам только прибавляются. Угу.
беспомощный противник решается нас хоть каким-то образом уже атаковать. Ай-яй-яй-яй-яй, ёшкин кот. У нас действительно начали охоту. Кого убить? Что нужно? Так, ну... Даже не знаю, как правильно теперь поступить. Непонятно, что ждет нас после этого. Героя какого-нибудь на смерть его тоже отправим. Такой вот у нас герой будет отчаянный. Посмотрим, что за враг у нас. Я сожгу им души. Создание. Да, не знаю, победим мы или нет, но сейчас попробуем в этом случае атаковать этого героя. Так, мы можем еще уменьшить наносимые отрядом повреждения на 15%. Отлично. Что нужно? Так, что еще можем тут сделать? Давайте... Делаем вот так. Так, это мы сделаем. Ладно, была не была. Посмотрим, победим ли мы или нет противника. Ха, вообще без потерь. Так, на удивление, я ожидал какой-то более серьезной битвы. Моя последняя любовь, где ты? Как обычно нашелся по уровню бойца. Так, и может быть даже вот этого вот гнома сейчас выбьем, по-видимому, очень сильного противника, раз он недвижимо стоит долгое время, не собирается никаким образом покидать нас. Противники практически лишили всего, что имели здесь на карте. Остается только поставить себе мощную защиту на этом месте.
и не переживать ни за что. Они почувствуют мою силу. Нам бы какую-нибудь магию на излечение. Противник хорош в своем деле, опять-таки пытается от нас магией как-то задеть, по-другому не получается, но, по-видимому. Да, убили одного бойца, негодяи. Ладно, пойдемте восстанавливаться. Все возможные бонусы. Этих двоих. Они будут наказаны. Вспомогательный персонаж имеет развитие за собой. Противник, походу, испугался, если решил нас атаковать уже магией. Конец.
наконец-то построить что-то. Сильный персонаж противника станет нашим опытом. Что нужно? Так, рано еще нападать. Что нужно? Так, захватили там. Пойдем захватим вот здесь еще. Что нужно? Кого убить? Повелитель? Мне нужна помощь богини, которую мой народ некогда почитал. Да, Мортис была нашей богиней до того, как она стала другой. Что вам нужно от нас, рабы? О, рыбы. В стародавние времена Мортис звалась Солниэль, и она и ее божественный супруг Гален правили эльфами. Они вздумали воевать с Вотаном, богом горных кланов. Вотан сразил Галена и забросил его тело на самое солнце. Солниэль попыталась спасти его. Она сгубила свою нетленную красоту в солнечном огне, но смогла вызволить только его сердце. Она изменилась, обратилась к козлу. Ее почитатели покинули ее. Мы знаем, что цель ваша – оживить Галина. Я смогу защитить вас от власти костяного лорда. Проведите мою дочь через земли горных кланов, и я вам помогу. Морти согласна, морской народ. Она приказала нам проводить твою дочь. Благодарю вас. Моей дочери нужно встретить вашего жреца, чтобы принять участие в обряде поклонения предкам. Остерегайтесь, горные кланы охотятся на мой народ. Они делают из нас чешую доспехи. Многие уже погибли от рук их. Ага, королева лечей, мы сделаем, как ты просишь. Так, ну не самая легкая задача будет на самом деле. Ну, может быть, что-то и получится. Уничтожить. Повелитель. Что нужно? Наверное, мой главный герой сейчас пойдет не на захват этой твердыни, а пойдет, наверное, расчистит путь. Героя в любом случае, чтобы мы не предпринимали, поэтому будем себя вот защищать таким вот способом. Они будут наказаны. Так, отлично, есть у нас следующий уровень. Так, братцы. Ну что ж, давайте, наверное, здесь будем ждать. Повелитель? Моя последняя любовь, где ты? Thank you.
жертву нашу. Пойдем в бой пока что. Возмездие грядет. Так, что там стоит следующий уровень развития магии? Во-первых, 1500 золотых. Ну, если не тратить никуда, то, в принципе, мы быстро соберем эту сумму. Тем более, что половина уже есть. Вот это вот очень грустно. Так, да что ж за баталии между этими двумя персонажами? Никак не могут они поделить что-то между собой. Так, братцы, пойдемте-ка, наверное, вот сюда. Захватим вот это вот здание. Рисунки эти вырезал морской народ сотни лет назад. На них изображен великий город, разрушенный войсками гномов. Можно обратить это против горных кланов. Так, давайте мы, наверное, повосстанавливаем персонажей. Пусть они здесь пока восстанавливаются. Кого убить? Во всяком случае, мы захватили себе под боком еще один городишко. Так, давайте, наверное, вот так поступим. Возмездие грядет. Теряют все, что завоевало здесь. Уничтожить. Три пацана, эти ваши гномы. Моя последняя любовь, где ты? Ага. Моя последняя любовь, где ты? Хотят позволить владеть нам ресурсами.
но они не в силах помешать. Ставлю на добитие гнома. Они будут наказаны. Уничтожить. Слушай, мама, моя последняя любовь. Где ты? Возмездие грешной души. Себе позволить собрать на следующий уровень развития наших функций. Будем хотя бы собирать золотницы противника. В любом случае они нам пригодятся. Да, честно говоря, игра шла бы гораздо быстрее, если у нас была возможность совершать куда больше ходов за один раз, чем это есть сейчас.
все, осталось теперь скопить необходимое количество денег. Сферы в бою. Ага, полезная вещь в каком-то смысле. Так, в общем-то нам нужно 3000 для дальнейшего развития. Достаточно примитивно сейчас убирается у нас в мире. Повелите, что же повелитель, они будут наказаны. Если денег нам хватает, то мы продолжаем развитие свое. Мана у нас просто завались, только не наша родная мана. Так, а героически наш противник опять-таки совершает редкую трусость. Атакует самого слабого из наших бойцов. Так, ну вот эта вот неугомонная парочка готова, наверное, всю жизнь, а то и всю вечность сражаться друг с другом невозможно. Победить им друг друга. Так, ну мы теперь можем кого-то построить. Давайте построим. Так, вот этих ребят, наверное, важнее будет соорудить. Что? Захватывать все на своем пути. Так, с такими деньгами и с таким героем нам, в принципе, быстро и легко должно быть справиться с противником. Но как оно будет, не знаю. С костяным лордом еще не приходилось сражаться. Поражает ли он одного или шестерых? И какая у него атака, тоже пока что загадка для нас. Возмездие грядет. Я сожгу их души. Так, отлично.
Ну что ж, можем разорить еще вот это вот место. Уничтожить. Они будут наказаны. Мне кажется, мы потеряли героя. Ну да. Ладно, загрузимся, не будем терять этого персонажа. Он нам еще пригодится не один раз. Неугомонные наши противники. Что нужно? Я сожгу их души. Что нужно? Что нужно? Повелитель. Так, ну что, 600 золотых, не будем пока ничего тратить, до тех пор, пока не купим себе здание развития для нашего вампира. Очень полезный навык, уметь пополнять силы наших войск за счет жизни противников. Они почувствуют мою силу. Я сожгу их души. Ну что ж, постараюсь за следующий ход разорить еще одну крепость, оберегающую некие сокровища, и построить, собственно, здание для развития некромантов. Так, 350 золотых у нас. Повелитель, повелитель. Что нужно? Отлично. Так, что у нас за подарки? 450 золотых. Отлично. Все, возвращаемся домой. Лечим всех и благополучно строим себе продолжение нашей эволюции. Игровой. Что нужно? Я думаю, мы захватим сейчас эту твердыню. Пощадим противника. Честно говоря, глюк по поводу сражения вот этих двух некромантов. Неправильно, наверное, поступили создатели игры, заложив такой момент. Я сожгу их души. Кого убить? Какие противники создали себе нового героя гномского. Он сейчас принесет себя в жертву нашему вспомогательному персонажу. Они по
чувствую. Вот сейчас вот прокачаем нашего некроманта. Хорошо, вылечили. Ага. Повелитель? Одному из этих персонажей одолеть другого. Это уже начинает напрягать. Так, давайте-ка. А они еще с иммунитетом. Уничтожить. Так, отлично. Кого убить? Они будут наказаны. Ах! Кого убить? Моя последняя любовь! Где ты? Я сожгу их души! Хм. Так, даже погиб один из наших. Жаль. Ладно, захватим, наверное, плацдарм чуть дальше, на территории противников. Тут это противостояние, разбитие множества вражеских героев может опять-таки растянуться на целую вечность. Противник может их покупать и покупать. Кого убить? Нам еще 6000 нужно для завершения эволюционных веток развития персонажа. Способен обмануть даже смерть, для этого но ворует жизненную силу противника. Люди, отвергнувшие слово Всевышнего, становятся вампирами. Они поддерживают свое существование за счет жизненной силы невинных жертв. Может быть, это только последнее может поддерживать жизнь. Что нужно? За счет других жизней. Ага. Ну ничего, нам осталось только вывести этого персонажа куда подальше. Действительно, каких-то несчастных. Несколько тысяч. Кого убить? Они будут наказаны. Так, все, братцы, пошли захватывать их твердыню. Хватит уже ждать. Там пусть сколько хотят, столько пытаются захватить наши твердыни.
их на одно воскрешение. Грабеж. Самый настоящий грабеж. Противник, мягко говоря, обалдел захватом этой твердыни. Гореть вам за это пламенем безразрядного. Мы предадим вашу землю огню. В принципе, ничего нового не услышал от противника. Те же самые угрозы. Но теперь у нас появится больше возможностей развития своей маны. Надеюсь, все-таки легионы окончательно потеряют свои возможности. Осталось только у них перезахватить все источники ресурсов и благополучно довести нашего героя до последнего уровня. Ух ты. Возмездие грядет. Я сожгу их души. Еще два источника маны у нас появляется. Там удалили, здесь удалили, ну давайте. Зайдем еще вот сюда. Здесь мы не были. Может быть, здесь есть какие-то ценные ресурсы. Кого уничтожить? Возмездие грядет. Смотрю, здесь есть башня, в принципе, можно полакомиться золотом нейтральным. Я сожгу их души. Эти фракции должны активно они мешать нам, в результате получается, что не они нам, а мы им мешаем вообще что-либо предпринимать. Повелитель, мне что нужно?
сумеречных волков. Прошу вас, пощадите, я расскажу вам, что знаю. Говори скорее, смерть, ты молись, чтобы сказанное оказалось достаточным для спасения твоей душонки. Да, нас заставили воевать против вас. Юбер Делейли, советник императора, пытается завладеть империей. Он взял себе союзники тварь, которую зовут Костяным Лордом. Этот демон всемогущий, бессмертен, у него есть власть над нежитью и в войске множество других чудищ. К чему этому пресловутому Костяному Лорду идти в союзники к Юберу Делейли? Каков их замысел? В Юбер на службе стоит могущественная некроманка по имени Эр Хок. Она возглавляет дьявольскую секту, называемую культистами. Они поклоняются нежити. Хоть некромант поджидает вас у башни Костяного Лорда. Помните это. Этому Костяному Лорду подвластна нежить. Он способен починить даже ваше войско. Надеюсь, ты не врешь, разбойник. Убег, пока мы тебя не убили и никогда не попадешься на нашем пути. Благодарю вас. Так, ну пусть у нас идет процесс выздоровления. Ага. Кого повелите? Что уж нужно? В общем, нам нужно дособирать деньжат. Я думаю, прокачаться до последнего уровня нам не составит труда нашими бойцами. Что нужно? Так, отлично, есть у нас. Конечно, дать. Ага. Все, герой, я не знаю, стоит ли ему брать титанов, не стоит, это слабый противник. Давайте, наверное, пойдем уже на север, завоюем недругов наших, пока что главных. Кого убить?
что ж. Да, недолго противнику осталось. Почему-то наша твердыня не хочет атаковать. Они почувствуют мою силу. У меня очень много лишнего есть. Понятно, зачем я носил все это время эти заклинания, лишние предметы. Я сожгу их души. Так, ну что ж, золота хватает на постройку на еще одно здание. Даже мы все-таки получили много уровня, несмотря на потери. Ну все, теперь наши бойцы обладают возможностью парализовать противника еще до подхода к моим позициям. Смертельно по-настоящему, но... Да и наше войско должно стать непобедимым для врага. У нас лечение возможности отсутствует. Ну ладно. Я сожгу их души. Последнего персонажа осталось зачистить на этой части карты. Так, пусть противник уматывает, не жалко. Нам главное своего персонажа все-таки докачать. Победы мало что отделяет. Следующего уровня достичь. Кого убить? Так активно завоевывать наших противников.
герою не заканчивается вечно. Он их посылает и посылает на нас. Опять же, странно, что противника недостаточно сильный герой в этой миссии, как это было в прошлой. Вспомнить тот самый гномий флот, который далеко не легко побежден. С таким войском можно было даже замки противника завоевать. Но нам это попросту не нужно. Я сожгу их души. Какого-то монополия. Так, на очередное чучело какое-то. Да, противник явно не ожидал нашего присутствия здесь. Ну что ж, раз так, то давайте, наверное, захватим позицию противника. Слишком много золота для нападений. Что уж нужно?
отберем у противника возможность развивать свои земли у себя же под носом. Где-то 6 ходов нам нужно для того, чтобы добраться до тех мест. Где нас, по идее, уже не смогут повредить. Кого повелитель? Они почувствуют мою силу. Ага. Повелитель? Thank you.
нашли на верную смерть, и мы им ее подарим. Дойдут, мы даже сумеем собрать на новое здание для развития наших вампиров. Так, ну, опять же, нравится мне эта игра, не нравится мне она только одним, что затянута здесь иногда миссия бывает. Возможно, из пути, конечно, более быстрого прохождения, но пока наше странствие затягивается. Давайте поприветствуем противника. Повелитель. Пути отступления наших противников. Так, наш герой получает новый уровень, еще лучше. Можем пока поставить, подождать. Уничтожить. Что ли, герою добавим силы. Какая у него атака сейчас будет? Они почувствуют мою 70-55. Отлично. Это хороший результат. Ага. Повелитель. Так, ну, возможно, не на следующий ход, а вот через ход уже точно мы сумеем построить новое здание для наших целей. Так, давайте пропустим тут. Теперь поменьше опыта осталось. Так, по золоту у нас все классно. 73 посох повелителя драконов. Что это значит? Магия смерти наносит. Интересно. Кого убить? Dignus demonio in mutare vita.
еще раз посмотрим. Гнейска, пожалуйста, защитите его. Да вроде бы мы дошли до этого моря, если я так правильно понял, что это оно есть. Рыба, русалка в безопасности. Благодарю вас, нежить, я отслал вашу столицу волшебный предмет. В нем заключаются чары морские. Поднесите его костяному лорду, его власть обратится в тлен. Примите помощь моих морских змеев, они помогут вам одолеть врагов. Удачного пути, слуги Мортис. Пойдемте расчистим территорию. Ага, кстати. Напасть-то мы не сможем. Что? Кого повелитель уничтожить? Предмет не меня разбудит. Раз меня ставить перед таким выбором, придется все-таки героем пробежаться. Кого убить? Кого убить? Кого убить? Опять же, в миссии присутствует ловушка. Если мы этот талисман не будем с собой иметь, то нас... нашего героя, самого раскачанного, самого титулованного, просто-напросто заберут под себя противники. И толку от нашего развития не будет абсолютно никакого. Повелитель? Повелитель? Уничтожить? Повелитель?
Учитель? Просто какие-то службы быстрого реагирования. Противник не успевает даже выйти из своих норок, как-то сразу его начинают атаковать наши силы. Как пожелаешь. Так, ну, повелитель. Побежали на противника. Талисман создан из драгоценности моря. Что нужно? Развитие вампира осталось совсем немножко. Мы пойдем еще возьмем артефакты, которые есть. У наших союзников, вновь обретенных. После уже, наверное, двинемся на противника. Интересно, что из себя этот костяной лорд представляет. Приценил я его или недооценил? Так, отлично. Вампиры есть. Так, меняем сапоги на более приемлемые. Души.
чары морские подействовали, сила костяного лорда уменьшилась, он больше не властен над нашим войском. Враги вторглись в мой предел нежить, уничтожить их. Слушаюсь, господин. Что ж, все силы перед Повелитель. Финальным нашим испытанием разбиты у противника. Давайте разобьем тех, кто здесь шастает. Они будут наказаны. Ах, Повелитель. Моя последняя любовь. Где Повелитель. Ты? Можно еще даже. Нечего противникам шастать по нашим землям. Они почувствуют мою силу. Ну что, по идее, костяной лорд должен быть несерьезной для нас проблемой. Посмотрим, что у нас есть. У нас есть 30% меньше, которые используем. Так. Угу. Инициативу повышаем. Есть такое. Герой, обладающий предметом, может приотреть руку от кого-то другого. Ну что ж, ладно. Давайте попробуем посмотреть, что там нас ожидает. Что нужно? Ближайшую цель может только атаковать. Ну, давайте. Да, хороший у нас противник, ничего не скажешь. Давайте, наверное, мы кошмаром ударим нашего еще напоследок. И после того уже будем нападать. Так, ну что ж, сдавайся, наш костяной друг, не друг. Так, разок все-таки дунул он. Хорошо, братцы, все. Пришла пора идти в бой. Что нужно? Не так уж и силен оказался наш костяной недруг. Так, 100 золотых. Мы одолели костяного лорда, господин. Я отвезу доспехи обратно в нашу столицу. Они еще нам пригодятся.
Да, давно мертвый. Отвези доспехи обратно. Их ждет новая владелица. Доспехи еще послужат Мортис. Добрую службу. Ну что ж, друзья, вот такая вот у нас победа. Достаточно простая миссия оказалась. Благодарю всех за внимание. С вами был Ромулус. И до скорого.